Привет-привет, клэшеры! С вами игрок под ником Алекс, это Ярклан, и сегодня я хотел бы поговорить с вами об атаке драконами. Рассказывать я вам буду на примере своей атаки в прошедшей клановой войне. Итак, давайте поговорим о том, что брать с собой при атаке драконами, какие спеллы, что должно быть в кланкастле и как правильно нужно атаковать. Давайте начнем сразу со спеллов. Итак, стандартный набор для атаки драконами. Это у нас две баночки рейджа, одна баночка хила. Для того, чтобы ваша атака драконами прошла как можно более успешней, нужно порвать круг. Драконы — это существа, которые атакуют все, что видят. И поэтому, чтобы они не пошли по кругу, для начала мы рвем круг, убивая строение слева и справа от базы. Как вы уже смогли заметить, я в кланкастле с собой беру дракон и шарик. У кого кланкастл не прокачан еще, берем только драконов. Никаких луков и магов, только драконы. Желательно выпускать драконов на клан кастл противника для того, чтобы они полетели, начав его уничтожать, соответственно, сгруппировавшись в центре базы противника. Итак, как мы смогли увидеть на моей атаке, используя данную тактику, я смог принести своему клану 3 звезды. Подписывайтесь на наш канал. Всем пока-пока.